Это «Понятная политика». Здравствуйте. У Джо Байдена в США, кажется, снова проблемы. Помимо ужасно низкого рейтинга, на горизонте появился строптивый миллиардер, чье поведение и поступки грозят его партии как минимум серьезными имиджевыми потерями. Но высказывать свое мнение в передовой демократии довольно опасно. Охоту на конкурентов там начинают сразу, а зачистка медийного и политического поля ведется не один год. Итак, человек, который не просто бросил вызов американской системе координат, но имеет неплохие шансы ее пошатнуть – это Илон Маск. Очень быстро и неожиданно он стал одним из главных врагов для Белого дома. Убежденный демократ Илон Маск впервые публично усомнился в демократическом пути в конце декабря 2021 года. Тогда в интервью порталу Babylon Bee Маск заявил, что культура отмены и прочие войны справедливости – это люди, полные ненависти, злобы и без намека на чувство юмора. Культура отмены – современная форма критики и наказания человека или группы лиц путем лишения поддержки, осуждения и бойкотирования как онлайн, так и в реальном мире. Поводом может стать как спорное или неполиткорректное высказывание вслух, так и текстовый пост в интернете. Зачастую это приводит к потере работы, лишению ранее полученных наград и разрушению репутации человека. Именно вокруг поддержки культуры отмены и так называемого вакизма различных движений меньшинств строили свою политику демократы последние годы. Первый удар был нанесен. Впрочем, уже весной нынешнего года Илон Маск продолжил проверять на прочность американский истеблишмент. Бизнесмен покусился на святое и вознамерился купить компанию Twitter, популярнейшую в США соцсеть, за 44 миллиарда долларов. «Синяя птичка» всегда считалась пристанищем демократов. Оттого и Дональда Трампа из нее изгнали. Твиттер – главный медийный актив синего американского лагеря. Во время аудита стало известно, что в Твиттере не 5%, а почти 20% – мертвые души либо боты. Но бизнесмен продолжит бить. Так, по его словам, на аккаунте POTUS, официальная страница Байдена, каждый второй подписчик – бот, а это без малого 11 миллионов человек. Ну а дальше была фраза, которая может стоить Маску и амбиций, и собственных миллиардов. Такое западная демократия не прощает. Прежде я голосовал за демократов, потому что они в основном были партией добра. Но теперь они превратились в партию разобщения и ненависти. Я больше не могу их поддерживать, поэтому проголосую за республиканцев. А теперь запасаемся попкорном, они расчехлят против меня все свои грязные приемчики. Как в воду глядел, партия раскола и ненависти сразу взялась за дело. Буквально за несколько дней Tesla исключили из специального биржевого рейтинга ESG S&P 500. Он объединяет крупнейшие по капитализации компании на американской фондовой бирже, отвечающие критериям устойчивого развития. На заводах Tesla резко обнаружили расовую дискриминацию. Конечно, никто никаких расследований не проводил. Обвинили компанию миллиардера, внимание, и в недостаточной экологичности. Это они про электромобили. В своем твиттере Илон Маск был краток. Он написал, что рейтинг и их критерии – это воплощение дьявола. Особенно забавно, что в десятку самых безопасных компаний для экологии входит продемократическая компания Exxon. Она добывает нефть, причем до половины объемов составляет сланцевое черное золото. Экологи прозвали его «убийцей планеты» из-за сильных разрывов пласта Земли. Дальше любимый прием демократов. Вдруг нашлась девушка, которую 6 лет назад Илон Маск якобы пытался изнасиловать во время полета на частном самолете. Стюардесса рассказала своей подруге, что миллиардер SpaceX и основатель Tesla попросил ее прийти к нему в номер во время полета в конце 2016 года для полного массажа тела. Когда она пришла, то обнаружила, что Маск был полностью голым за исключением простыни, закрывающей нижнюю половину его тела.
Во время массажа, говорится в заявлении девушки, Маск обнажил свои гениталии, а затем тронул ее и предложил купить ей лошадь, если она будет делать больше, имея в виду совершение половых актов. Как там получилось с лошадью, неизвестно, но 250 тысяч долларов девушки якобы заплатили за молчание. Дело забуксовало на старте, а Маск заявил, что если бы я был насильником, то за 30 лет в бизнесе получил бы гораздо больше обвинений. И попросил официально называть скандал «Илонгейт». Илону Маску удалось разбудить и разбушевать все там змеиное гнездо либеральной общественности, либеральных элит в Америке. Да, такой экстравагантный американский миллиардер своей покупкой Твиттера, своим обещанием отказаться от всех цензурных практик и возвращения свободы слова в Твиттер, конечно, ну, чуть ли не объявил войну, в общем-то, демократической партии и демократическому истеблишменту США. Ну и, как мы видим, в общем-то, ответка ему сразу начала прилетать. Еще один элемент административного ресурса и показательной порки. Компании Маска больше не участвуют в профильных совещаниях на уровне Белого дома. Их просто вычеркнули из бизнес-повестки. В начале года Tesla, крупнейшего производителя электромобилей в мире, администрация Байдена не пригласила на крупное мероприятие по развитию отрасли. Зато не обошла стороной топ-менеджмент GM и Ford, которые уступают по объемам продаж и являются прямыми конкурентами Маска. Будущее начинается прямо здесь, в Америке. С такими словами глава Белого дома обратился к главам компаний. Довольно цинично, не правда ли? Учитывая, что как раз в это время Tesla отчиталась о рекордных успехах. По данным за 2001 год, компания продала почти 1 миллион новых электромобилей. Маск на такое обиделся и не стал молчать. Назвал Байдена марионеткой в человеческом обличии, неспособным произнести слово «Tesla». И добавил, что президент принимает американцев за дураков. В твиттер-аккаунте Маска более 70 миллионов фолловеров. Всех их бизнесмен призвал голосовать против Демпартии на выборах в Конгресс. Илон Маск – это гордость Америки. Илон Маск – это человек, которого и демократы, и республиканцы, и мейнстримные американские СМИ должны были целовать всюду, куда можно поцеловать, и носить на руках. Вместо этого Илона Маска делают заложником политической борьбы, межпартийной борьбы республиканцев и демократов. Ответочка прилетела сразу. Маску прямо намекнули, кто в американском доме хозяин, а его бизнес-империи в нем может не найтись места. Правительство США заморозило строительство на новом аэродроме SpaceX в Техасе. А в экспертной среде говорят о том, что корабли компании могут и не взлететь больше. Федеральное управление гражданской авиации в пятый раз отложило завершение экологической экспертизы, без которой невозможно получить лицензию на запуск. Заявка SpaceX на расширение своей стартовой площадки в Южном Техасе была приостановлена инженерным корпусом армии США после того, как компания не предоставила запрошенную информацию, что является еще одной потенциальной задержкой для аэрокосмической компании Илона Маска. Армейский корпус сообщил SpaceX в письме от 7 марта, что он закрыл рассмотрение заявки на дополнительную стартовую и посадочную площадки, а также другую инфраструктуру поддержки запуска для площадки Бока-Чика. Давление на себя Маск назвал «компанией грязных трюков», спрогнозировал, что политические атаки на него резко обострятся в ближайшие месяцы, и даже полетел в Бразилию на встречу с Болсонару, президентом страны. Цель – найти альтернативную площадку для запуска своих ракет. Это цензура, это политическая цензура, это использование политического и административного ресурса для вмешательства в конкуренцию, в данном случае в политическую конкуренцию. И так как сейчас инструментарий социальных сетей вышел из-под контроля, сменился собственник. Старый-то, там была выстроена система отношений, необходимая истеблишменту, то надо надавить на нового собственника, посадить, обанкротить, дискредитировать, сломить, подчинить. Разные могут быть сценарии. И тут вступает в дело еще один миллиардер – Билл Гейтс. Он проспонсировал 11 из 26 организаций, которые направлены на дискредитацию Илона Маска и его желание купить Твиттер.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс направил сотни миллионов долларов 11 из 26 организаций, которые в прошлом месяце подписали открытое письмо, призывающее рекламодателей Twitter бойкотировать компанию, если Илон Маск восстановит свободу слова на платформе, говорится в исследовании Организации свободного интернета. В ответ на раскрывшиеся подробности деятельности Билла Гейтса против Илона, Маск в том же Твиттере написал: «Поступил как засранец», добавив: «Это плохо, но подождите, пока не узнаем, что он впихнул в состав наших вакцин». Как вы понимаете, в попытках сохранить в Твиттере либеральную цензуру вся демократическая рать расчехлила весь арсенал. Но Билл Гейтс в силу денег и возможностей – особый случай. Ведь вражда предпринимателей длится с 2020 года из-за того же коронавируса. Глава Тесла в открытую шутил, что ковид – это выдуманная Гейтсом болезнь. После использования его вакцины вы жутко захотите покупать музыкальные плееры Microsoft. Все это было в Твиттере. На данный момент крайний раунд борьбы двух гигантов – это акции Tesla. Билл Гейтс владеет ценными бумагами компании на 500 миллионов долларов. Из слитой переписки двух бизнесменов в СМИ стало известно, что Маск выступил с претензией Гейтсу из-за того, что он играет на понижение, то есть пытается заработать на снижении стоимости Tesla. Бывший глава Microsoft предложил поговорить о благотворительности, но Маск отказался, сославшись на фейковую заботу Гейтса, как и всех демократов, об экологии. Илон Маск вполне может стать такой же жертвой демократии, как и Дональд Трамп. Во время президентства по нему били все медийщики демократов. А после штурма Капитолия Байден со товарищи решили повесить всех собак на белокурого миллиардера. Два крупных банка – Deutsche Bank и Signature Bank – заморозили счета экс-президента и официально отказались сотрудничать с любым человеком по фамилии Трамп. В учреждениях хранились десятки миллионов долларов. А тот же Deutsche Bank и вовсе был долгие годы партнером Трампа. Даже открыл кредитную линию миллиардеру на 300 миллионов долларов. В начале февраля нынешнего года начались проблемы и у крупнейшей компании экс-президента Trump Organization. Trump Organization заявила, что больше не может ручаться за финансовую отчетность компании. В письме, опубликованном генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс, написано, что на отчет о финансовом состоянии Trump Organization за 2011-2020 годы больше нельзя полагаться. Под вопросом и дальнейшие финансовые перспективы компании. В общем, мстительный демократический осел делал и делает все, чтобы обанкротить бывшую телезвезду и президента. Ведь даже трудоустраиваться на работу к Трампу в тех же демократических штатах боятся из-за угроз и возможных санкций. А события вокруг Трампа – хорошие примеры для Илона. Ломать систему можно, но и проглотит она в два счета. Так что сценарии вполне могут стать схожими, учитывая, что и враги у бизнесмена, и политика идентичные. Во время онлайн-конференции Маск сказал, что администрация Байдена, похоже, мало что делает, и спросил, кто на самом деле отвечает за решение. «Настоящий президент – это тот, кто контролирует телесуфлер», – сказал он. «Путь к власти – это путь к телесуфлеру». Администрация Трампа, не говоря уже о самом Трампе, в его администрации было много людей, которые эффективно добивались поставленных целей, заметил он. В целом выглядит все так, словно Илон Маск пытается добить и без того рухнувший рейтинг демократов. А ведь в сентябре выборы в Конгресс, и последствия «байденомики», так американцы называют экономический кризис, едва ли пропустят сторонников сонного Джо на первую строчку. Экономические неурядицы в Америке усугубляются. Да, мы видим топливный кризис, это рекордная инфляция, 8,5%, максимум за 40 лет. Это замедление экономики, которое грозит рецессией уже к концу этого года, и экономическим кризисом. Да, это проблема сейчас на ипотечном рынке, фондовые рынки лихорадят, автомобильный рынок Америки вот буквально на днях начал рушиться и там сильно падают вниз продажи новых автомобилей. Ну и так далее. То есть здесь можно проблемы США перечислять здесь на долгое время. Ну и, конечно, во внешней политике все не сладко, да. Мы помним Афганистан, но сейчас на повестке дня украинский кризис, который тоже разворачивается совсем не так, как хотелось бы США. Ну, конечно, в этих условиях, в общем-то, демократам ловить нечего на выборах Конгресса. Стоит отметить, что в отличие от того же Билла Гейтса, в политике Маск ограничен своим рождением. Оттого президентские амбиции удовлетворить прогрессивный бизнесмен не сможет. Ведь родился он в ЮАР, потом переехал в Канаду и совсем уже в зрелом возрасте оказался в США.
На его месте разумнее сейчас думать не о покорении вершин американской власти, а о том, чтобы уцелеть в той войне с американскими элитами, в которую он сейчас вступает. Как признавался сам Маск, он привык откусывать больше, чем может проживать. Не похоже, что он считает это своим недостатком, что обнажает его слабость и перспективу быть сжеванным другими. Апломба и энтузиазма у самого богатого человека мира несоизмеримо больше, чем реальной силы. Будет сложно проживать Илону Маску и, пожалуй, главного и самого опасного противника – Хиллари Клинтон. Про то, как исчезают и загадочным образом умирают ее недоброжелатели, мы рассказывали в одной из прошлых программ «В списке десятки жертв». Так вот, миллиардер обвинил ее во лжи во время выборов 2016 года. В том же Твиттере самая влиятельная женщина Америки написала, что узнала о секретном сервере, который якобы обеспечивает связь Трампа с российскими властями. Все оказалось выдумкой. Этот твит – часть предвыборной кампании Клинтон, из-за которого юрист ее предвыборного штаба сейчас находится под следствием, написал Маск. В другом треде, отвечая пользователю, защищавшему Клинтон, Маск написал: «Я жертвовал Хиллари Клинтон и голосовал за нее, так что я вдвойне возмущен тем, что эти средства использовались для лжи». В следующем твите миллиардер признался, что «жаждет крови». Сейчас под следствием находится юрист избирательного штаба Клинтон Майкл Сассман. Его обвиняют в даче ложных показаний ФБР во время расследования связей Трампа с Россией. А что дальше? Экономисты, ссылаясь на источники в Белом доме, говорят о том, что Илона Маска могут раскулачить. Налоговое расследование, антимонопольные и другие службы просто задушат прогрессивный бизнес миллиардера. Комиссия по ценным бумагам и биржам США уже начала расследование покупки компании Twitter, да и американский рынок авто могут прикрыть. Согласно данным Experian, США является крупнейшим рынком для Tesla. На него приходится почти половина розничных продаж компании. По данным Калифорнийской ассоциации дилеров новых автомобилей, продажи Tesla только в этом регионе за год выросли почти на 70%. Кстати, возможная эмиграция Маска – не такое уж и необычное явление для бизнеса. За последний год число обеспеченных американцев, получавших иное гражданство, увеличилось на 300%. За последние годы так уехало до 9 миллионов человек. Большинство боялось накрывающей США политической нестабильности. К слову, 80% граждан страны считают ситуацию в экономике удручающей. Конечно, смелости Маску не занимать. Предприниматель, кажется, действительно готов к любому развитию конфликта. Будь то очередная подстава со стороны Билла Гейтса, хоть 10 стюардесс или 30 проверок. И все же у «железного человека», как Илона называют в интернете из-за сходства с героем комиксов, есть одна ахиллесова пята. Его состояние – это компании, а не наличные деньги. А их акции можно обрушить, используя определенные инструменты. Так, за последний месяц манипуляции демократов с бумагами привели к падению Теслы на 35%. Да и зная мстительность той же Хиллари, хочется верить, что главному техническому и уже политическому мечтателю все же найдется место на американской земле. Иначе колонизация Марса может заметно ускориться. Счастливо.